В первом микрорайоне художники закончили мурал «Воинская слава». Рисунок вдохновлен одноименной площадью. На фасаде 14-го дома «Алая звезда», в которую вписана композиция из двух солдат – мужчины и женщины. Еще изображены танк и самолет, которые стоят на площади «Воинской славы». Над рисунком в течение недели работала группа художников из Челябинска. У нас на каждый мурал есть гарантийный срок, но по своему опыту могу сказать, что примерно 8-10 лет. Всего этим летом губкинские дома украсили 3 масштабных граффити. Первый мурал «Дети Ямала» появился в 14-м микрорайоне. Автор рисунка – местный художник Андрей Сахненко. Еще 2 – в первом микрорайоне на 12-м доме «Мурал «Сердце Ямала» и «Воинская слава» на 14-м.